О предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России знают 83% россиян. Две трети из них планируют поучаствовать в голосовании по поправкам. Об этом свидетельствуют данные в ЦИОМ. Присоединиться к голосованию готовы две трети, 67% россиян. Из них абсолютно уверены, что это сделают 41%. Не определились с решением 17%. Среди тех, кто намерен пойти на участки, проголосуют за предложение изменения в Конституцию 55%. Чаще всего россияне говорят о поддержке предложений, связанных с доступностью и качеством медобслуживания, поддержки детей, принятием МРОД не менее величины прожиточного минимума, ежегодно индексации пенсий кроме того абсолютное большинство респондентов выступает за неделимость территории российской федерации запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране или счета за рубежом как будет проходить голосование по поправкам в главный документ страны рассказала накануне председатель цик по тверской области на территории тверской области 46 территориальных избирательных комиссий с общей численностью 471 член комиссии с правом решения голоса 1155 постоянных участковых избирательных комиссий с общей численностью 9567 человек для обеспечения реализации прав тех граждан которые находятся в местах временного пребывания к коим относятся больницы следственные изоляторы будет создано 26 участковых избирательных комиссий